В Хакасии идет аномально теплая погода для марта. По прогнозам гидрометцентра, завтра и в воскресенье в республике ожидается до плюс 13-18 градусов выше нуля. Резкое потепление может стать причиной ЧС. Особенно высок в такие дни риск пожаров. С сегодняшнего дня на территории Абакана объявлен особый противопожарный режим. Это значит, что жечь костры, сжигать мусор и сухую траву, а также устраивать палы категорически запрещено. Особый противопожарный режим вводится традиционно весной. В этом году снег сошел рано, трава уже высохла. К тому же часто дует сильный ветер, и это идеальное условие для пожаров. На тушение крупных степных палов спасатели уже выезжали несколько раз. Ради безопасности в администрации Абакана было принято решение ввести ограничения уже сейчас. Жители города просят отнестись к требованиям с пониманием, а за нарушение запрета предусмотрен административный штраф. Во время действия режима сумма удваивается. Дата отмены ограничений определяется по ситуации, когда вырастет новая зелень.